Друзья, всем привет! С вами Ирина, координатор из Варшавы. И у меня для вас есть очень хорошая новость. Наконец-таки завод по изготовлению деталей для автомобилей Volvo выделил для нас 10 вакансий. Вакансии горящие. Работодатель гарантирует 20 злотых в час. В месяц у вас будет выходить от 700 евро. Есть 3 смены по 8 часов. Если вы захотите работать и зарабатывать больше, вы сможете работать в субботу либо в воскресенье. Работодатель предоставляет бесплатное жилье, коттеджи со всеми удобствами, необходимо будет оплачивать только за коммунальные услуги. Есть ванна, есть кухня, оборудованная микроволновкой и холодильником, и также вам будут выдавать постельное белье. До работы работодатель вас будет довозить бесплатно, медицинская страховка за счет работодателя, легальное и официальное трудоустройство. Если вы захотите легализоваться на территории Польши, работодатель вам в этом поможет. Друзья, если вас заинтересовала данная вакансия, пишите своему менеджеру и приезжайте в Польшу. Всем пока!